Здравствуйте. Свежий, еще горячий багет. Надо его заточить так, чтобы за ушами не трещало во время поедания. Пару зубчиков чеснока. Соль. Измельчу чеснок. Солью это сделать легче гораздо. Черный перчик. Горошком. Измельчил и добавляю примерно к 100 граммам сливочного масла. Еще добавлю тимьян. И травку. Петрушку в данном случае. Размешаю. Добавлю еще петрушки. И натру сыр сулугуни на терке. Ну, не взвешивал сколько, но вот, ну, грамм 100, наверное. Добавляю в эту смесь. Получилась интересная штука. Уже можно есть, больше ничего не делать на самом деле. Но буду продолжать. Еще зелень. Разрежу багет на 4 части. И намажу этой смесью. Духовка 200 градусов. Есть уже так можно. На самом деле, может, без духовки обойдемся. Нет, все-таки отправлю в духовку. 200 градусов, а время... Да, и чуть-чуть пармиджано-реджано. Это не обязательно, но так будет вкуснее. Ну, чуть-чуть, это реально порядка 5 граммов на каждый кусочек. Это не будет очень дорого. Достал из духовки минут через 12. Ну, это просто обалденно. Это просто очень быстро и настолько же вкусно. Ну, правда, калорийно. Приятного аппетита. Всем пока.